Всем привет, с вами Лилия Донскова. Сейчас я сделаю обзор Swatch 4 оттенка новой увлажняющей тональной основы, которая идет на основе родниковой воды и серии The One компании Oriflame. Итак, поехали. Первый оттенок это ванильный. Берем маленькую капельку. Сейчас, подождите. Так, маленькая капля. И растираем. То есть оттенок очень светлый. Это для обладательниц прям очень-очень светлой кожи. Салфетку. Так. Следующий оттенок у нас идет фарфоровый. Так, сейчас сделаем маленькую капельку. Фарфоровый цвет идет следующий, уже более такой приятный бежевый оттенок дает, более живой цвет получается. Сейчас этот немножко побольше растушую. Так, следующий оттенок у нас идет теплый бежевый. Он уже теплее и дает, то есть если этот, мне кажется, более даже темный смотрится фарфоровый, чем теплый бежевый. Теплый бежевый какую-то маленькую розовинку присутствует в своем тенте. И завершается у нас слоновая кость. Завершаем слоновой костью. В этой коллекции есть еще два оттенка, но, к сожалению, у нас их нет. Слоновая кость, как обычно, это более уже темный. Цвет загара легкий дает. Вот так это выглядит. Смотрите сами. То есть это самый белый, ванилька. Фарфоровый у нас более такой как бы по цвет кожи. Теплый бежевый с розовинкой. И слоновая кость уже дает цвет загара. Кожа у меня своя очень светлая. Поэтому очень хорошо видно, как цвета будут ложиться. Приятных покупочек! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!